Йоу-йоу-йоу! Руки рабочего пахнут кишмищем. Ну, серьезно, они не отмываются. Смирись. А, что там? Светофор торчал. Ой-ой-ой-ой! Вот. За этой херней я пошел в светофор. Она у меня кончилась. И накупил на 1000 с чем-то. Кстати, стаканчик тоже пригодится. Вот этот. Смотри, сразу сломал. Хорошо, у меня есть запасной. Ну, короче, что это такое? Это очиститель дроссельной заслонки. Вот так берешь, брызгаешь на какую-нибудь херню. Я не знаю. О! Вот эту, например. И все. И она чистится. О, видишь? Ужас, кошмар. Некуда деваться. Баблом деньги вытираю. Вот. Ну, не то чтобы он хорошо чистил, но 30% бесплатно. Но. А, он под давлением из-за этого чистит. Ну, скорее из-за того, что он под давлением. Далее. Так как я сейчас увлекся перфораторами, но это видео я не снимаю про перфоратор. Я мог бы много контента налить, но это никому не надо, я знаю. Поэтому сегодня такое произошло происшествие. Разобрал перфоратор, вон он лежит, чудовище. И понял, что нужны детали, а магазины уже не работают. Никогда у нас практически не работают. И я такой, и у меня... открылся, как говорится, гештальт. То есть его надо как-то закрыть. А как закроешь? Магазин-то закрытый, гештальт открыт, а магазины закрыты. А у меня уже это настроение починить перфоратор. Он уже разобранный, все по косточкам. А деталь эта сломанная, и она в магазине. А он закрыт. Что делать? Что, если нельзя закрыть гештальт, как говорится, нужно... сменить доминанту. Правильно? Правильно. Молодец, угадал. Вот, ставь лайк за это. И вот она, смена доминанта. Три Медведевых. Путин, Сталин, не знаю, кто там, Майкл Джексон. Светлая. То есть, ну, то есть хорошая. Светлая память. Давай попробуем. С крышечки нет так. Какое-то старинное пиво. Нормально. Где пиво? Там и чипсы. Чипсы, я не помню, они должны быть недорогими. Блин, да руки не отмыть вообще ничем. Даже этот очиститель сраный. А, еще лайфхак хотел тебе. Короче, вот это вот очищаешь от какой-нибудь банкой. Ну, типа такой, только побольше. Можно такое, если что-то мелкое. И оно все стекает в нее. И потом в этой банке можно помыть какие-нибудь там болтики, гаечки, все, что там. Это самое. Мне очень надо помыть, потому что у меня детали перфоратора разлетелись по всему перфоратору. Они, если попадут в шестерни, будет хреново. Так, есть у нас чек. А в ролях, но это рано, еще рано. Дальше. Ассорти в масле. Это у нас что? Там есть мидии, там есть сгустки непонятной материи, есть что-то белое, есть резиновые резинки. Они же щупальца кальмара. Ну, вот как-то так. Это 120 стоило, помню. Вот это не разобрался, сколько стоило. Там прям много видов этой фигни. Картошку варить, не знаю, лень. Наверное, просто пюре сделаю. И, блин, хлеба-то нет. В магнит надо идти, у меня деньги кончились. А нет, у меня еще рублей 300, наверное, осталось. Пакет тоже купил сразу. Лайфхак. Заходишь в светофор, он же крупнооптовый. Говоришь этой стюардессе, там, которая сидит, кнопочки нажимает. Говоришь, дай мне пакет, я оплачу на обратной дороге. И все, главное не забыть ей сказать, что вот я у вас пакет покупал.
за что деньги. И все, идешь с пакетом, не надо. То есть там нет корзинок, там есть эти телеги, огромные причем. С ней там не пройдешь, там пешком-то не пройдешь. И на телеге не промчишься. И там это, и птица не пролетит никакая. Вот, я сегодня гуляющий. Три очистителя. Вообще, хитовая вещь. И это почти 100 рублей стоило. Мексиканская смесь. Мексиканская смесь — это то, что не любит Трамп. То, во что стреляют на границе с Америкой, с южной стороны. Так, и все, что ли? Нет, там еще что-то есть. А, кетчуп вообще кончился, спрятался. Пришлось взять, достать ключ. Видео не кончилось еще. Достать ключ и разрезать эту коробку и выковырить оттуда уже наконец этот кетчуп. 350 грамм плюс 100 грамм в подарок. Давай его испробуем. Ну, такой, ну обычный. Обычный такой, обычнейший. Все. Вот эта херня. Это значит, я от хлеба отказался, пытаюсь похудеть безуспешно. И... все-таки с утра чего-то хочется и не знаешь чего, а ничего нет. Борщ, завтракать борщом неохота. Ну что, блин, а вот, блин. Сейчас. Будем экспробовать. Что-то я люблю вот такие штуки. Не знаю, мне сама внешность нравится этой хрени. Я ее как вижу, мне сразу хочется их хавать. Смотри, как их много. Как будто затарился оптовичком. Одну такую можно, кстати, куда-нибудь с собой забрать. Можно не забирать. Можно дома. Руки чистые. Они, считай, как пробензиненные. 100 раз уже мы. Так. Давай. Они суховаты. Нет, да, суховаты. Нормально. Они не приторные. Меня это радует. Так. Чек. Итак, в ролях. Каст. Кто у нас там? Майка в главной роли. Рубль 70. Дешевле, чем в Магните, заметь. Чипсы картофельные. 107 рублей. Ну, а сколько они весят, я не знаю. Выгоднее они, чем Принглс. Беларусь, слышь. Они, правда, на вкус больше похожи на картофельные чипсы, чем Принглс. Принглс не похожи. Они с некоторых пор вообще не такие, как раньше. Не знаю, они какие-то кукурузные там или что. Вафли мягкие, без начинки. Начинки. А, 174. Дорого, но их много. Кетчуп. 41. А было написано 60. 41 это вообще огонь. А в Магните сотку, наверное, стоит. Пиво светлейшее 70 рублей. Это целая вот эта бутыль 70 рублей. Офигеть. Селедка филе в масле. Вот что дорого. 208 рублей. Ну и реально много. В Магните мне бы квартиру пришлось отдать за эту банку. Сколько она стоит. Смесь мексиканская 97. Это я помню. Очиститель дроссельный. Не знаю. 288 это за штуку, что ли? А, нет, по 100 рублей они. Почти. Угу. 96 рублей. Ну, нормально. Его обычно надолго хватает, но так как я занялся вот этим ремонтом, то мне на один перфоратор хватает полбанки. Но не на каждый перфоратор. На какой-то не надо, на какой-то надо. Я прикинул, ну вот этих мне точно хватит. Прям вот должно хватить. Еще даже что-то останется вообще. Так, ну что, ешь чай. Не скучай.